Состоялось торжественное открытие Дома культуры в селе Цорби Знаурского района. Новый объект культуры отвечает всем современным стандартам. Светлые кабинеты, сцена, просторный зал, рассчитанный на 55 посадочных мест, удобные раздевалки. Налажена работа водоснабжения и отопительной системы. Также в здании разместится библиотека. Теперь у молодежи появились возможности для реализации творческих идей и досуга. Исполняющая обязанности министра культуры Жанна Засеева поздравила руководство района и жителей села Цорби с открытием важного очага культуры и преподнесла подарок – музыкальный центр. Изначально предполагалось отремонтировать старое здание Дома культуры, но оно было ветхим, поэтому было решено снести его и отстроить заново. Глава администрации Знаурского района Суслан Хубаев отметил, что несмотря на карантинные ограничительные меры, культурный объект удалось сдать вовремя. Далее гостей и жителей ждала концертная программа с участием творческих коллективов района. Алена Утаева, Заур Устаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.